Привет всем! Вы на канале Санита, меня зовут Настя Бабич, и сегодня снова поговорим о продуктовой помощи от Красного Креста. Сегодня у меня прекрасные новости по продуктовой помощи от Красного Креста. Сегодня Красный Крест подтвердил мне, что 30 сентября, 30 вересня вы можете снова зарегистрироваться на продуктовую помощь от Красного Креста. Данная регистрация будет происходить в Варшаве по адресу Шанцова, 25. Все данные я оставлю в описании и в первом комментарии под видео. Для того, чтобы зарегистрироваться на эту помощь, вам нужно 30 сентября, 30 вересня прийти по адресу Шанцова, 25 и в порядке живой очереди зарегистрироваться на очередь. Также вы можете зарегистрироваться на эту помощь, написав электронное письмо с именем и фамилией на вот этот электронный адрес. В этом письме вы указываете только данные взрослых людей, данные детей не указываются. Также важно заметить, что зарегистрированы будут только те люди, которые напишут электронные письма именно 30 сентября. Все остальные письма и люди зарегистрированы не будут. Только 30 сентября вы либо приходите в живую очередь, либо пишете электронное письмо на вот этот электронный адрес. Вот так мы регистрировались в прошлый раз. Сейчас покажу, как приблизительно должно выглядеть это письмо. В ответ вам присылают дату, время и адрес, куда вам явиться. Я уже показывала, что входит в эту помощь. Вы сможете посмотреть по ссылке либо в описании, либо в комментарии. Также работники Красного Креста не принимают людей с российскими паспортами, даже если у вас ВНЖ Украины. Хочу заметить, что данная выдача и данная помощь будет происходить в Варшаве. Есть ли такая помощь в ваших городах, я не знаю. Для того, чтобы узнать об этой помощи, я просто написала на электронный адрес в Красный Крест. Вы можете поступить точно так же. Знаю точно, что есть в Лодзе еще точно такая же помощь от Красного Креста. Эта помощь называется «Помощь ПЦК». На сегодня это вся информация, которой я хотела бы поделиться. Попробую не забыть и ближе к 30 сентября напомнить вам об этой регистрации. Делитесь этим видео в социальных сетях, оставляйте свои реакции и комментарии. Пока!